На 24 KZ новости мы продолжаем. Первый центральноазиатский саммит по аритмиям проходит в Астане. Он собрал ведущих специалистов в области сердечного ритма из 17 стран мира. Для казахстанских врачей это хорошая возможность узнать о последних технологиях и задать вопросы своим коллегам. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что столичные кардиологи уже начали лечить аритмию сердца по новой методике. Ее переняли у французских врачей. Процедура гораздо эффективнее, а главное, безопаснее. Кроме того, время восстановления пациентов сокращается до нескольких дней.